Это вот хобби у меня такое. Найти предприятие, найти производство, расположенное вообще непонятно где, для того, чтобы вам помочь жить легче. И вот интересное производство мы нашли. Поворот этот знают все. На калибровку. Про улицу 9 мая 15 не знает никто. Тут у нас на левом берегу все такие местечки есть такие загадочные. Вот. То есть, получается, на цех покрытий, но надо развернуться и не ехать на цех покрытий для того, чтобы для себя открыть тот материал, который в действительности делает чудеса. То есть нет необходимости асфальтировать, нет необходимости потом париться, потому что замечательная тротуарная плитка, сделанная в Магнитогорске, самого лучшего качества и самая низкая цена. А теперь уже мы вам покажем, где в Магнитогорске эта плитка стоит целых 5 лет, и с ней ничего не случается. И вы, наверное, ждете от меня кадров производства и рассказов о том, как это сделано. Да будь у магнитогорских чиновников желание развивать город и для предприятий выдавать землю бесплатно, производств было бы море. Но покуда алчность не дает это делать, мы покажем результат, как красиво может это выглядеть. Интернет в буквальном смысле пестрит картинками ухоженных улиц, и мы не сразу понимаем, что это Россия. Да, это Россия. Да, у нас учатся делать красиво, и некоторые местечки покруче средиземноморских отелей получаются. Да, мы не хотим нюхать смолу и дышать ароматами асфальта. Да, вариант с тротуарной плиткой лучше и экологичнее, и долговечнее. Но кто делает-то? Кто делает качество и где с этой продукцией ознакомиться можно? Мы предлагаем проехать в центр города, к зданию городской администрации. И здесь вы можете увидеть, сколько квадратных метров тротуарной плитки от фирмы «Ермак» уложено на самой красивой площади города. Здесь 5000 квадратов. А если посчитать всю работу, выполненную этой фирмой, то на приличный поселок целиком хватило бы. Единственное «но» – типично русский разгильдизм. Свою работу сделаю абы как и обгажу чужую. То есть перед тем, как тяжелую технику загонять-то на плитку, ее правильнее демонтировать, а не давить. Но с мозгами не у всех строителей так как надо. А здесь мы видим, что 5 лет там, где эксплуатировали грамотно, все целехонькое. Кстати, из прошлогоднего визита в Средиземноморье вынес. Экономные дорожники брусчатку сначала демонтируют, затем подушку равняют и тут же плитку кладут заново. И до этого мы доехали уже на другом объекте, хозяин которого не закончил экспериментировать с модификацией инфраструктуры. И хотя ермаговская плитка отличается самой низкой ценой в городе, решено было ее демонтировать, перекроить участок, а затем ту же практически нульцевую плитку вернуть на место. То есть все сейчас научились считать деньги, выбирать лучшее качество и жить разумно. Кстати, самый разумный выбор в пользу экологии – это еще и такой материал, как дерево. И это только последние 20 лет мы фанатеем от опилок и картона, пропитанного клеем, и считаем, что это гуд. До тысячи лет нас окружало настоящее дерево, и тогда руки были у каждого второго мужика, как и мозги у каждой первой женщины. Да вы поймете, что ровно и неподъемно, в смысле тяжело, это неестественно. Дерево натуральное, сухое, красивее, а если его текстурировать, состарить и грамотно покрасить, то сосна станет дубом, кленом и красным деревом. И это тоже умеет делать фирма «Ермак», то есть делать качественно, надежно и красиво. И дешевле всех. Да потому что пока не гонятся за европейскими сертификатами производства, без которых за бугор металл не поставишь. У них и на Южном Урале работы выше крыши, если что. Ну и давайте в завершение сюжета расскажем о том, что мне очень не нравится в каждом российском городе. Мне очень не нравятся наши тротуары. Потому что, как правило, под ними находятся все коммуникации. И что получается? Свежий, красивый асфальт. Приехал какая-нибудь трест теплофикация, водоканал или еще что-то, или связисты, взорвали, латки наложили, и даже на роликовых коньках не проедешь. Справедливости ради скажем, что по тротуару, вымощенному вот этой тротуарной плиткой и с цементом, на роликовых коньках тоже особо не покатаешься. Но и успейте, пожалуйста. Но если вы что-то захотели реконструировать, то вся эта плитка аккуратно снимается. Потом вы производите работу и также на место укладываете. При этом, если мы, допустим, будем пересчитывать квадратный метр асфальта, то да, гораздо дороже выйдет. И куда же необходимо приехать? Для того, чтобы понять, где самая качественная
тротуарная плитка продается. Очень интересное место. Улица 9 мая, 15. Вам что-то это говорит? Мне ничего не говорило. Но мы нашли, как сюда грамотно приехать. То есть мы едем от ККЦ по направлению к калибровке. И на повороте на цех покрытия разворачиваемся. Вот оно расстояние, собственно говоря, 100 метров. Ну а теперь мы ждем, когда сюда приедет СТС, и в очередной раз программа «Для дома и семьи» сдернет мой сюжет.